пожаловать, дорогая гостья. Позвольте вам рекомендовать. А куда он делся? А он ушел, папенька. Что с вами, Раиса Ильинична? Лизонька, воды. Что с вами, дорогая? Чудовище, которому я стольким пожертвовала. И, увы, рада жертвовать снова. Князь Ветлинский жестоко изменил мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Единственное существо, которое я так пламенно обожала, жестоко, коварно изменил мне. А! В глазах что-то мерещится, темнеет. Из трагедии «Отверженная дочь». Второй акт, монолог на уход. Чудовище! Я никогда не закусываю. Ах, какой на нем гусарский мундир. Какой ловкий, легкий. 30 000 доходу. Если бы он только кликнул, я бы все бросила и в рубище пошла бы за ним на край света. Дидона и Эней, 5-й акт. Однако я слышал, будто к вам какой-то пожилой граф ездит. Зефир, что он мне? Он стар. Я ему позволяю ездить ради искусства. Какая у вас, однако, комната тесненькая. А твоя, Лизок, рядом? А там кто-то скачет, кто-то мчится под хладной мглой. Хорошо пьет графская княгиня. Ну-с, как поживаете? Как вас Бог хранит? О! О чем вы хотели меня просить? Раиса Ильинична, вы, с позволения сказать, обещали при театре покровительство моей дочери. Я уже все устроила. Уж благодетельствовать так сразу. Ну, Раиса Ильинична. Ты хорошо ли знаешь роль Коры? На зубок. Но там во втором акте есть одно трудное место. Возьмет. Повторяй за мной. Музыка! Танец. От 5-й цифры в 4-й такт. Хватит. Она талант. Как мать ее покойница, Акулина Никитична. Акулина Никитична, видать ли тебе с неба? Так, здесь я быстро повернусь, и ты должна его сразу схватить. Кого? Шлейф. Какой? Ну, ты же хочешь в театре работать. Вот с нынешнего дня и будешь за мной шлейф носить. Кто будет носить шлейф? Моя дочь, дочь покойной Акулины Никитичной, будет носить за тобою шлейф? Ну, а что же она еще может делать? А тебя горячо пристрою при раздаче билетов. Меня? Костромского благородного отца на раздачу билетов? Ну, а куда же еще тебя прикажешь? Я артист, с позволения сказать. И артистом умру на сцене. А моя дочь? Я в вашей роли хочу выступить, понимаете? Я могу ее сыграть. В моей роли? Да кто ж
на тебя будет смотреть после меня.